Давай, мастырь. Ща. Вход с моей стороны будет, вот где я стою. Угу. Вот так. Пойдет. Что там надо? Там куча всего надо. 30, ну, бревен. 35 бревен, одна веревка. Ну да. Веревок ни одной вообще. Да веревка я сейчас вам сделаю. Слушай, по-моему, кривовато я поставил, тебе так не кажется? Или тут пофигу? Ну, оно как бы там само ставится, ты там никак криво не воткнешь. Так, веревку повешал. Ты, кстати, в курсе, Серег, есть такая фишка офигенная, сейчас я тебе расскажу какая. Вот зайди в инвентарь. Ссанные белки. Ловушки портят наши. Зайди в инвентарь. Ну. Теперь наведи, например, на тряпки. Угу. Зажми правую кнопку и держи ее. А-а-а. Понял прикол? Ага. Так, сейчас. О, еще ловушка поймана кто-то. Ну-ка. Ой, енотик. Енотик. А живого енота можно достать? Не-а. Дай мне голову. Забирай. Мясо собери. Башка. Башка останется. Оп. Все. Показать тебе еще эту ловушку, ты где я поставил? Да нахер, я понял, да что в этой. На входе в пещеру. Ну да. Слушай, никто еще не попался. Что ж такое-то, а? Да тут ягодки есть еще у меня, и кострище тут есть, если что, костер развести можно. Так, я, наверное, тут еще одну ловушку поставлю. И вот кролик бегает, тварь. Слушай, тут однозначно надо построить еще одну ловушку для кроликов. И... Да туда запаришься бегать и проверять. Да ладно, это мой живой уголок. Ты ничего не понимаешь. Ну, рацию включал. Базара нет. В колбасных обрезках, да? Да. Жмуры бегут, целый отряд. Бегу. Надо будет еще построить этих, которые за ноги хватают, ага. Ну да. Ну вот у нас будет чем заняться на записи. Не говори. Ну давай, залетай. Придурок, он ты что тут забыл? Да он рядом с тобой бегает. Давай, давай, давай. Оп, готов. Давай его затыкаем. Подожди, со спины хочу его откнуть. А, или ты кинуть хочешь? Подожди, а, зря. Я хотел из лука. Он живой еще. Вот так вот. Теперь мертвый. Хедшотик прописать. Хедшот сразу голову убивает. Я, кстати, тёлке попал в голову, но что-то она не умерла. У нее стрела прям во лбу была. Ну, ты, наверное, в какой-то не тот лоб глаз попал. У нас здесь как реально какая-то делянка лесорубов, блин. Ну, так это нормально же. Просто нам надо с тобой сходить на выгул куда-нибудь, там, на обследование мира, а тут пока как раз все зарастет. Ты вот видишь вот эти ветки, которые сейчас здесь растут, да? Угу. Ты их не срубай, они же ведь потом в деревья превратятся. Да не превратятся они в деревья. Нет, думаешь? Нет, конечно. Значит, деревья вырастут со временем. Деревья вырастают на оставленных пеньках. Ну вот. Блин, опять заяц убежал. Падал. Это не заяц, а козел. Горный. Горний. Козлик. Как это, Ширли-мырли. Мама, попрошу... А, нет, как там, мама, в моих кругах, где я общался, слово козел считается очень обидным, поэтому попрошу ко мне это не применять. Она такая, хорошо, козел. Ну, там крадется один мимо ловушки. Нет, нет. Прям рядом с ловушкой прошел. Ну эх, повезло ему. Зараза. Поберегись! Ты орешь так. Я громко, да? Ага. Серьезно? Тут ты меня вчера не слышал, ты теперь громко. Сколько тебе копий надо, урод? Тебе там разборки, что ли? Два копья ему хватило в лицо, чтобы сказать прости, прощай. Оу, ей, Серег, смотри. Че там?
Я такой же. Ух ты, я злой. Ужасный серый волк. Ну-ка, к свету повернись. О. Бу! Бабуин, блин. Но это не отменяет того факта, что... Так, это твой? Спасибо, спасибо. Ну-ка, дай. Ну! Моё. Моё. Вот, да. Давай еще мои сейчас подойди, забери и скажи тоже моё, да? Так обязательно. Потом буду возмущаться, что медленно работаешь. Вон они опять там мимо носятся. Ловушка? Понравилось им туда попадать, походу. Трое, четверо. Четверо пришло. Так, бегу. Попался один, да? Да. Огнеметчик этот. Ой, ненавижу этих огнеметчиков. Вчера он меня поджег, офигеть. Так я долго горел. Я его тыкаю, ему пофиг. Он с крестом, прикинь. В смысле с крестом? У него крест прямо на это, на пузе висит. Ну, в смысле, распятие надето на него. Я понял. Придурок, ты чё? Выносливость на это. А чего у вас тут так много-то, родные? Куда ты собралась, дура? Иди сюда. Да пошел вон, урод. Готов. Да, без выносливости-то тяжко. Давай сейчас ловушечку заправить. Хорошая вещь, прямо нравится мне. Раз за ногу его. И готов. На-н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 а. Это ты мне сейчас решил попасть в меня, да? Не, это ветер. Слушай, а вот здесь для рыбалки надо поставить что-нибудь. Мангал там, я не знаю. Чтоб сразу коптить. Я же тебе говорю, там шест под голые бабы, там, чтоб танцевали. Сейчас пару барегенок поймаем. А если не будет танцевать, мы им покажем этот. Как его? Что мы сделали из их рук, голов, тотем. Угу. Да эти руки-ноги, нафиг ты их толкаешь на сушилку. Хватит жрать. Хватит жрать уже каннибалов. Да ты чё, это же все впрок. Чё, я просто так что ли их убиваю? Я буду мстить им. А, зачем? Я руку съем, во. Страшный вы человек. Ну почему страшный? У меня все впрок, понимаешь, Сергей? Угу. Все впрок. Нет, ну подожди, вот ты представляешь, как ты думаешь, что бы они бегают, с нами сделали? Бегают уже. Опа! Опа! Пришли жмуры. Целый отряд. Да тут их много, слышишь, Серег? Да, и еще налево пробежали. Может наверх? Ну давай отобьемся и уже. Ну давай. Пойдем, мочить их. Бежит на тебя. Угу, я слышу. Эй, мочу его. Да куда ты на ловушку, дура, полезла? Слезь отсюда, идиотка. Так, один попался, видел. Есть один. Да заткнись ты. Ой-о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 й. Чё-то вас прям капец как много. Да, без выносливости, классно. Угу. Попробую топориком, что ли, их. Это бесит. Конец. Ой, они отпускают их. Да ладно. Нифига себе, бежать. Бежать, я сказал. Капец. Топором что-то вся выносливость закончилась и ни в кого не попал. Йо! Сережа! Сережа! Да-да-да. Их не очень много, а? Да, как-то по соплям прилетает, не могу понять. Да блин, хотел установить ловушку, не успел. Устанавливаю ловушку. Стой, дурак! Да. Так. Ты бесишь меня. Есть, восстановил ловушку. Давай, беги сюда, придурок. Где ты? А некому больше бежать, да? Выносливости вообще нету. Готов.
А, нет, еще есть кто-то где-то. Вот стоит. Слушай, а у меня тряпок нет, чтобы делать бронь. Не повезло тебе. Бросить тебе ягодку? Не надо. Почему? Не хочу. Рыба. Рыба. Где рыба? Ага. Вот здесь полно рыбы. Полно это где? Вот здесь, смотри. Вот ко мне беги. Я тебя не вижу. Ну, глаза открой. Открыл, не вижу. Из дома смотреть правее немножко. В сторону черепах смотри. А, в сторону черепах. Все, бегу. Вот за моей спиной озеро. Там много рыбы. Угу. А ты в курсе, что можно 3 рыбки в инвентаре, одну на копье еще насадить, чтобы 4 нести? Да. Тоже так делаешь? Нет. Почему? Да я что, псих, что ли? Ой-ой-ой. Сережа. Что там? Хьюстон, у нас проблемы. Да там один. Бежит, дебил. Один все бежит. Так... Да не один. Да ты там его... их четверо. Ты его копьем с рыбой тыкай. Ага. Мокрой скользкой рыбой по лицу его. Пошли в пещеру. Сейчас, погоди. Я тоже включаю там запись и погнали в пещеру. За тряпочками? Ну, да просто тряпок наберем и, собственно, все. Не, погоди, ты помнишь, как это закончилось? Я сюда пришел, и тогда не сохранился. Я, так что мне здесь можно набрать все, что угодно. Или мы туда не пойдем вот. Да, я вообще смысла не вижу пока что туда идти. Ну, давай. Потом делать тебе нефиг будет, можешь сходить там за аквалангом, за этим. Да он и не нужен, и ржавый топор этот тоже не нужен. Так я вот про это и говорю, что вроде как бы все, да, собрали? Вроде, да. А у тебя медицина реально полные штаны, что ли? Да. Офигеть, вот я и говорю, ты этот, Плюшкин. А у тебя сколько медицины? Одна. Так на, еще тогда возьми. Да, меня... забей потом. Не, у меня просто полная, если я буду находить, то она просто не влезет. На, забери. Давай, сейчас, давай еще. Давай, сейчас. Истинная твоя голова. Все, у меня 3. А может быть мы в кратер в этот сбегаем, а? Большой... А ты думаешь, туда спуститься можно? Ну, наверное. Что-то мне кажется, мы туда спустимся, но потом не поднимемся, Серег. Да, да мы тогда сохранимся просто здесь. Да давай перед отправлением сохранимся тогда и пойдем. А, мы же там сможем построить, сохраниться, если что. Не, я перед выходом хочу, пока броня целая. Давай. Своими заячьими сапогами мне по морде попал. Так ты не это, не подпирай. Так, мы на плоту поплывем или что? Как? Да пешком пойдем. Тогда подожди. У меня выдохся. Дыхалка слабая. Вон, мясо бегает. Это ты про меня? Да вот. Сейчас перед отправлением можно 4 кусочка повешать, пускай сохнут. Ну да. 4 мяса собрано. Круто. Прям сожаление с одного. Все, погнали, а тут опять жмуры прибежали. Надо, я уже жду тебя здесь вообще-то, когда ты придешь. А я мясо повесил. Все, палки я больше нести не могу. Что это было? А что это было, Серег? Ты как впереди оказался? Ты прикинь? Это глюк какой-то был, потом на видео посмотришь. Серег, меня нужно поднимать. Я вижу, что ты сдох. А что за бред вообще? Короче говоря, я фиг знает, кто-то в кустах меня лупанул, я улетел и умер. Такой бред. Я пока медицину съем, ты меня поднимай. О. Да я поднял тебя. Где тут хмырь кто-то? Кто-то орёт. Вон он. Короче, он меня лупанул с одного раза. Как так? Что за бред такой был? Бабища. Может, я в ловушку какую-то их не попал? Да не. Просто что-то, наверное, заглючило. Броня, броня. Фига себе. Видел? Ты... Да, я смотрю, ты хорошо научился кидаться-то, да?
Ну, более-менее. Сейчас, Серёг, я сделаю броню. Баба вообще с одного удара загнулась. Одно копье и до свидос. Слушай, а прикинь, на эту костяную броню еще сверху одевается броня из этого, из варана. Она прям сверху надевается. Угу. Зайчишку? Угу. Да забирай. Мясо? А нужно? Это башка валяется. Вот еще зайка. Значит, нам сюда бежать, Серёг. Налево. Сейчас посмотрю еще раз. Да, налево, и мы его пробежали. Назад вернуться надо. Нам нужно на северо-восток. Пошли. Вот я туда и иду. Пошли. Ты немножко не туда идешь, правее забирай. Вот он, кратер, я уже его вижу. Олень, если что, с первого удара копьем загибается. Если попасть в него? Угу. Серёг, мне кажется, мы туда не сможем спуститься никак. Что за бред? Так где? Спусков нету. Если что-то только свое строить, я не знаю. Я вообще оленей прям мочу копьем. Круто. Забери мясо. Надо, нет? Давай, где ты? Я уже подобрал 4 куска еще. Вот, вот, рядом. Не, как-то туда можно спуститься. Не, я, конечно, могу туда спрыгнуть. Потом спрыгнешь, меня поднимешь. Угу. А там воды нету случайно? Может быть? Ничего там нету. Я думаю, может где-то есть пещера, и она выведет куда-нибудь там внизу, чтобы мы вышли, или что-нибудь такое. Потому что спусков я не наблюдаю. Надо посмотреть будет сейчас. Ну-ка. Давай вот так сделаем. Сейчас, подожди. А, веревку сделать можно вниз? Нет, не веревку. Сейчас мы сделаем, знаешь, что? Натяжной трос? Да. Мы с тобой, наверное, одинаково думаем. Сейчас. Конечно. Перетянуть хочешь туда и пойти по нему и посмотреть, что под ним, под нами. Да-да. Ну, ты представляешь, сколько ты будешь делать этот натяжной трос? Да недолго. Так, все, стой здесь. Стою, стою. Я пошел на другую сторону. Посмотрим, протянется, нет? Давай, еще немножко, ты будешь прямо напротив меня. Еще иди. Еще иди. Еще. Вот, хорош. Норм? Да. Ну, по идее, неплохо. Все. Давай, там бревна тоже со своей стороны руби. А сколько надо? Так, 10 бревен. Сейчас вообще изи. Эй, бревна все? Бревна все, да. Че молчал-то? Так, веревок 8 из 14. Две. Одну еще добавить и все. Готово. Ну давай катись ко мне, скажешь, что там внизу. Я катись? Нет, на веревке просто до меня катись и погляди вниз, там есть что-нибудь, вода, что-нибудь такое. Ох, ё, там посередине дыра какая-то, Серёг. И все, больше ничего не вижу такого, воды не вижу. Вау. Попробуй сам прокатись, иди. Так надо туда. Ну иди, я тебя здесь жду. Давай, ты езжай, а я попробую в тебя попасть с тревой. Не надо. И вот смотри, сразу внизу увидишь дырку. Да-да-да, да-да. Я видел. Улетел. Круто. Смотри, меня бревно пытается скинуть с обрыва. Все. Ага. Видел, видел? Это заговор. Заговор лесной. Эй. Да-да, я вижу. Заканчивай, бревно, ты что? Что ты делаешь? Хавай. Хавай, пошли на ту сторону. Пойдем. Там сохранялку сделаем, будем оттуда, наверное, прыгать. Слушай, а если вот я сделаю, тебе со стороны, может быть, как-то будет получше это? Что именно?
Ну-ка. Ну беги. Ну, естественно. Я тебя лучше намного видеть начал, чем с зажигалкой. А я зато ни хера не вижу. Ну и не надо, и зачем ты его запалил? Все, я пошел. Ты сохранился? Подожди, подожди, я еще. Ну, блин, ладно. Там есть вода, но я не долетаю. Я не долетаю. Нет, я долетел. И я вскользь. Тут два толстых. О, май гад. Что, прыгай к тебе? Прыгай ко мне. Только немножко подальше. Как бы... Ближе к центру? Сантиметр не долетай до дырки, как бы, и спрыгивай. Ой, по-моему, перелет, перелет. Сережа, Сережа, сейчас мне будет больно. Давай, я тебя вижу. Или нет? О, я прям в воду попал. Отлично. Офигеть. А я вскользь, прикинь. Слушай, главное нам не сохраняться, а то мы отсюда не выйдем, не дай бог. Что с здоровяками будем делать? Да, мочи, верно. А это такие здоровяки? Которые бегают. Сейчас я в него попаду. Оп, огненный стрелой. Подожди, вот оп. И здесь еще трое, смотри. Серёг, что-то мне кажется, зря мы сюда пришли. Иди сюда. Аккуратно только, подожди, не пали их. А они к нам не смогут зайти, что не пали-то? А, вот блин. Так, вот. Это ты что сделал? Взрывал. А, погоди, сейчас вон толстый стоит, смотри. Блин. Палево началось. А чё, давай этот. Блин, да. Коктейль Молотова. Где он? Так, ну-ка стопэ. Смотри, подо мной стоит. Встань так, чтобы они под тебя подбегали, и мы друг друга могли перекрывать. Так, я встал, вон, видишь, одного подпалил. Ага. Ну-ка, я под тебя... Я падаю. Под тебя кинул. Давай. Спасибо, я оглох. Я прям под тебя кинул. Динамитик. Как ему больно, наверное. А я под тебя сейчас кину там в того. Попал? Не знаю. Ну, наверное, уже пора спрыгивать. Ты чё, прикалываешься? Погоди, еще динамит кидаю. Так, этого я замочил. Подожди, а чё динамит-то не взрывается? Все, готов. Ой, я огненную стрелу потратил. Так. А почему динамит не взрывается? Подожди, как он действует-то, Серег? Просто кидай. Если динамит, то его надо поджигать. Не, как не бы. Динамит, а это бомба. Какая бомба? Ну, бомбочка. Которую ты кидал сейчас. Электронная. Да. О, тут мачете есть. Где мачете? А еще есть? Где ты взял? Вижу. Прикольно. Блин, мне кажется, мы отсюда не вылезем, Серёг. Классно. Надо... Это где? Вот, опа! За тобой. Здравствуйте. Да пошел вон. Стрелы мои огненные, понимаете. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Нормально, нормально, забиваем. Минус два. Ты сюда. Еще один. Куда он летает? Это вообще псих. Там запись. Ворота, смотри. Это Серег, как ходи, в той пещере. Может, мы все-таки правда сохранимся или что, я не знаю. Да не, давай сейчас. У нас сохранялка с тобой наверху. А, кстати, это ворота, знаешь, какие ворота-то? Это ворота, которые камешки надо класть, чтобы открылись. Да-да-да. Давай пока здесь обследуем. Ты переоделся, кстати? Вот здесь еще толстенькие пошли. Ну там двое толстых, да. Можно попробовать наказать. Я бы не рисковал туда идти, подожди, давай звука. Да, они забегут сюда, мне кажется. Он попал.
Давай одного кого-нибудь. Ты в курсе, что они бегают, Серёг? Блин, сбил меня с ног, сволочь. Ого! Да ладно! А как его убивать-то? Вот стрелами в жопу тыкай ему. Ты тыкай уже. Застрял? Да, кровь появляется. Забаговался, похоже. Хорошо. Прям промеж булок. Эй! Не вздумай! Готов. Не вздумай! А, все. Стрелы, стрелы, стрелы. А что с него снимаем? Тоже броню? Ну, я не знаю, я не могу с него ничего снять. А, нет, могу. Жуткая броня тоже. Ветер вообще крутой. В броне. Пошли еще одного. Погоди, ща. Да куда ты? Да как ты так? Я ж уворачивался, ну. Да. Нифига, он еще и топает. Бошку убил. О! Придурок. Дай голову. Попал в глаз. Еще раз в глаз попал. Че, так быстро? Вот что значит в глаз попадать. Слышь, Серега, они в жопу. Че-то мы с тобой прям хорошо затыкали их. Отлично. Сколько брони-то, а? Серег, надо попить. Сейчас я попью воды. О. И надо съесть батончик. Да, что кстати, есть? Батончики же есть и газировка. Ну да. Так. Что здесь? Вроде все. Вот там еще, смотри, кучка дебилов. А здесь есть что-нибудь? Надо в воду даже заглянуть, посмотреть, что там внутри. А тут есть это. А я тебе говорил, помнишь? Нырять можно. Скорее всего, просто тупо. Вот эту дырку мы и видели с тобой. А у тебя это. Че? Акваланга-то нету. Нету. Так я тебе говорю, это из пещеры выход. Выход тупо из пещеры. А как ты выплывать будешь без акваланга, если что? Ну пошли, может быть там акваланг где-то валяется еще. Это хороший вопрос вообще, да, насчет акваланга. Ну пошли пока без акваланга. Ну ты проплывешь первый, посмотришь, если там будет время, в принципе, может я проплыву. Стрелы валяются. Так, и как это открывать? А это, скорее всего, с внутренней стороны открывается, Серёг. Ну, наверное. О! Это ты где сделал? Просто бегал рядом, она открылась. Нас приглашают зайти. Вот сюда, вот сюда камешки кладутся, чтобы открыть. Да, значит, тоже выход, скорее всего. Что-то она заглючила, похоже. Ну-ка. Это, походу, делал выход, Серёг. Ой, вход, ну... Мы должны были вот отсюда прийти. Ты за мной? Угу. Походу дела, мы вот отсюда, вот здесь должны были пройти и выйти как раз к этой двери, понял? Ох, ты обвешался всяким дерьмом, блин, кишками. Эй. Да-да-да-да-да, короче, мы тут должны были пройти. Стопудово. Ух ты. Фига здесь. Слушай, ну а смысл есть туда идти-то, Серёг? Не знаю. Мне кажется, нет смысла. Но я думаю, надо нырять. Потому что это... О, игрушка, бери. Игрушка под ногами. Угу. Ну тут вообще жесть, блин. Тут ходить и ходить. Пошли потихонечку. Там веревки есть слева и справа. Да мы же, я тебе говорю, мы отсюда должны были прийти туда как раз. Скорее всего. Давай вниз слезем, посмотрим, что там. Давай. Ой. Так, надо занырнуть, посмотреть. Ну тут нифига не видно. А тебе не видно, что я свечу прожектором? Ну-ка. Не-а. Ну-ка. Не видно вообще ничего, как будто без прожектора. Да? Ага. У меня фонарь светит прям. Здесь путь тупик, ничего здесь нету. Вообще нигде. Да, здесь ничего нету. Ну, в смысле прохода нету никакого. Пишет, что холодно. Ну пошли в другой тогда этот.
Попробуем. Как выносливость-то быстро кончается, когда ползешь наверх. Так, можно дальше пройти, а можно еще и сюда, направо. Вот здесь можно спрыгнуть в воду, но тут... А тут спуск, воды нет. Спуск есть человеческий. Так можно же ведь нырнуть. Ну, попробуй, если... Не хочу. Серег, ты не замерзаешь? Замерзаю. Но кому сейчас легко? Хочу посмотреть, что здесь есть вообще. Давай. Ну, что-то я... Да-да, ты пока костерок организуй. Ага, замерз, Маугли. Могу даже мясо пожарить, если надо. Давай. Два кролика хватит? Я думаю, да. Ну, здесь, конечно, есть где поплавать, но... Ну, если там проходы есть какие-то? Нет. Просто пространство, я имею в виду. Слушай, ну не просто же так здесь тогда эти. Мне кажется, здесь что-то где-то можно собирать. Да нет, здесь тупик везде уже, все. Мясо готово. Угу, плыву. Ну все, здесь ничего нету, я возвращаюсь. Давай. А я попробую в тебя из лука попасть. Оп. Давай, прям сразу в костер, чтобы погреться. Да-да-да. В смысле? Это же был кролик. Тухлый кролик, наверное, ты мне кормишь говном всяким. Круто. Слушай, надо проверить мясо внутри. Ну-ка. Испорченное. Ну да. Блин. Вот и доверяй. Да ладно, это другое испорченное, это не кролик. Это тоже, испортилось. Тоже олень. Мне друг, блин. Олень испортился. Рассказывай теперь. Ну что, пожарите мясо-то? Не надо. Нормально. Что, уже наверх залез? Я уже наелся тухлого. Спасибо. Пошли. Тут вода, по-моему. Или что внизу? Тут... Не, кишки какие-то. А вот спуски какие-то, смотри. Тут кто-то лазил. Слушай, тут, наверное, ледоруб этот нужен. А тут в игре есть ледоруб? Угу. Где-то еще есть толстые. Опа-на! Да-да-да. Нормально. У меня есть 3 вяленых рыбы и 3 вяленых зайца. Ты чё, с собой взял, что ли, в поход? Да, я ж... Хитрец, а? Я ж... Ой, хитрец. Соображаю, куда мы пойдем. Да, я тоже соображаю. Я взял тебя, накормил тухлым мясом нормально. Ну. Не, ну пока питаемся-то свежатиной. Относительной. А потом уже будем... Опять что-то говном каким-то накормил. Слушай, ты вот заколебал, блин, меня говнищем кормить. Как, ну, у меня реально как... свежее было, я не знаю, почему. Скажи мне, как мне протушить вяленого зайца, чтобы тебя потом накормить? Ну тут рыбы, вагоны. Иди ешь, вагон. С собой наберу еще рыбку. Еще одну надо попасть. Да, господи, о. А тут проход, Серёж. Да-да-да. А вот это что плавает? Не знаю. И туда там... нырять внутрь, и блин. Там, по-моему, глубоко там. Это не акваланг ли? Нет, я тоже думал, что акваланг, но это не ланг. Чувствую, ты сейчас без меня пойдешь. Сейчас чекну, что здесь есть. Давай. Да, здесь можно пройти. Хватит ли мне воздуха, чтобы там пройти? Не знаю.
Или чувствую, я тебя здесь буду ждать, а ты пойдешь мне второй акваланг искать. Так, я выплыл. Ну-ка, подожди. Давай вот так сделаем. Смотри, я сейчас ныряю и считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 35, 36. 36 просто держать кнопочку вперед. Без шифта? Без шифта. Угу. Давай. Воды, кстати, надо попить. Давай. Слушай, прям вот здесь ныряй в лужу. Под воду. На самом деле, Серёж, если хороший, я могу тебя и там дождаться. Нет, на выходе. Нет. Вот здесь прям ныряй, никуда не уплывай, сиди под водой и считай, сколько по времени. А, давай. Раз, два, 22, 23. Все, и там я начинаю задыхаться потом. Но я не знаю, надолго ли хватит ХП. Ну, шифтом надо тогда пролететь. Ну да. А там очень темно. Ну, за мной пойдешь. Ты видишь ты меня? Думаешь, я тебя вижу, что ли? Нет, конечно. Ну, ник-то видишь? Ник, наверное, вижу, поплыли. Ну-ка, давай попробуем, ник. Смотрю сейчас. Да, ник есть? Погоди, сейчас всплываем. Блин, это вообще жесть. У меня, кстати, баллон заканчивается, подожди. А там повороты есть какие-нибудь? Нет, нету, прямо напрямки. А прямо в глубину или прямо сначала в глубину, а потом прямо? То есть вот впереди как бы нависает карниз, то есть нам нужно под него поднырнуть и потом сразу же наверх всплывать. Я понял, погнали. Готов? Да. Давай, погнали. На шифте прям. Ой, я тебя даже сейчас видел. Давай, гребешь? Да, гребу на шифте. Давай. Прямо за мной. Что-то, по-моему, у тебя... Все, и всплывай. Чё всплывает? Твой ник куда-то далеко ушел. Серега, я возвращаюсь обратно. Почему? Потом объясню. Что случилось? По-моему, я затупил. Меня сейчас умру. Я сейчас умру, если не всплыл. Я умер. Да, твою мать. Сейфол, где мы делали? Не помню. А поднять я тебя? Ты не сможешь. Все, я остановил запись. Я твой труп вижу. В воде утопший. Ты что затупил-то так? Я чуть не понял. Короче говоря, твой ник от меня очень быстро начал удаляться. Очень быстро. Я, по ходу дела, понял, что я уперся куда-то головой и не могу плыть дальше. А-а-а. Потом решил вернуться обратно, повернулся назад, смотрю, я близко с тем, откуда я отплыл. И что, начал всплывать. Я понял. Ага, прям такой прикольный лучок такой. Прицел лучше, да, наверняка, чем на этом? Да нет, он так же целится, так же все. Нету никаких прицелов-то на нем оптических, просто современный лук и все. Так, ну здесь в принципе все тогда. Здесь нихера нету. Слушай, а я бы проплыл реально туда. Может, давай ты меня подождешь, я припрусь. Давай. Так, я поел. Там? Я сохраняюсь. Готов? Ты меня вести-то должен. Да. Давай. Куда мне? Да, вниз, да, опускаться? Вот так вот, да. Все, погнали. Погоди. Давай, погоди. Да. Сейчас. Раз, два, три. Вниз дави. Вниз. Ты наверх куда-то пошел. Что за хрень? Подожди. Сейчас. Остановлю здоровье. Ой, боже. Так, как мне вставать? Вот так? Левее чуть-чуть. Так? Да, вот так. И вниз просто. Да, и вниз, под 45 градусов пошел. Еще ниже. Правее. Вправо. Назад на меня плыви. Мимо промахнулся ты. Назад на меня. Выныриваем. На меня иди. Что за жесть? Ну, видишь, я тогда так же не попал. Ты не видишь мой свет, что ли? Вообще ничего не вижу, я же не говорю. У меня такой прожектор светит. Слушай, а у меня фонарик же был, да? Или уже нету?
Но мы его нашли в той пещере, после которой... Олег, который... Да. Давай, говори, куда. Я готов. Смотри, как я стою. Ну? И вот чуть... Ну, вот в ту сторону, вот как я смотрю. Я понял. Давай, отойди чуть в сторонку. Давай. Готов? Давай. Правее чуть-чуть, бери сразу. Правее, правее, правее. Еще правее. Отлично идешь. Все, пошел, вперед. Вперед топи. Всплывай. Ну, всплывай наверх, наверх. Топи, топи. Правее бери, правее. Все наверх. Наверх, наверх. Наверх. Наверх давай. А я куда? Вот, сейчас норм. Так, хп начали отниматься сильно. Давай, давай, наверх, наверх, наверх. Давай, пожалуйста, всплыви, пожалуйста. Yes. Готов? Yes. Прошел? Yes, да. Отлично. О, хп вообще, прикинь, прям последний осталось кусочек. Все, сюда иди. А, чуметь, а как обратно-то плыть? Точно так же. Опять сохранялка. А вот сохранялка. О, здесь сейчас я полечусь. Вообще жара. Так, где тут вкусняхи? Ну, вот здесь. Вот это сначала переоденемся. Так. Стрелы, бухлишка. Лук взял? Нет, подожди, тут другой. Где-то вот здесь валялся. Вот он, ой. О, да. Лук, это хорошо. Сейчас я сразу на быстрый слот поставлю. Ну, я заменил свой старый на этот. Так, самодельный лук убираем. Ставим этот. Ну-ка, проверим. Давай, я сохранился. Давай, сохраняйся тоже. Хороший лук. Сохраняюсь. Так, где сохранялка? Ага. О, давай пропустим время, чтобы это, деревья наши... Давай. А, жрать захотим. Ну, пофиг. Так, еда есть. У меня есть, давай. Ну, все, давай. Правее, все, правее. Пошел, все, пошел. Сдохну. Все, идешь. Все, все, хана мне. Вижу, дергаю тебя. Да, затупил ты много. Стоп, сразу выход, загрузка. О, у меня же залаговало. Я что-то как-то херово все вижу. Нормально, нормально. Хорошо, правее бери, правее. Все хорошо идешь. Все на всплытие, пошел. Давай, давай, давай. Хорошо прошел прям. А я вижу уже вон берег этот. Давай, давай, на всплытие. Что это? Крутись, крутись и наверх, наверх, наверх. Крутись, блин, на меня. Давай, давай, давай. Там этот уступ сраный, блин. Давай, всплывай, всплывай, всплывай. Крутись. Как... Выплыл? Нет. Что за уступ? Ты меня не предупредил. Я видел какая-то хрень. Там как бы типа маленького микрокармана такого. Я не знаю, кто это. Это труп. И что-то тут можно почитать. Шагомер. Шагомер какой-то собран. Что за шагомер? Где он у меня? Вот он, шагомер. Сделано. Выбрать. Ну-ка, и что он мне показывает? Он просто мои шаги показывает. Количество пройденных шагов будет показывать. Жесть такая. Спасибо, не надо. Двое часиков здесь. Где? Ой-ой-ой, толстая. Надо кинуть сначала эту. Ух ты ж, ё! Ты чё, одурела что ли, женщина? Я не танцую. Опа, все, быстро мы ее уделали. Угу. Броня. Наверное, часто в голову попадали. Это просто луки, наверное, сильно бьют. Да и луки, да, наверное, сильно бьют. Я готов. Так, сейчас бухла возьму. Оу, клондайк. Двое. Да достали вы мне броню с кости, уроды. Сразу двоих. Нормально. Наверх глянь. Да, клево. Сталактиты эти. Сталагниты, как они там называются. О, халява. Вперед. Да вот чтоб он. Тебя.
Серег, а ты в курсе, что можно как-то в настройках поставить так, чтобы лут автоматически собирался при вскрытии? Не-а. Здесь можно как-то это сделать. Там еще труп. О, канистра с бензином. Канистра. Костерецкий, хорошо. Мне кажется, мы все ближе и ближе к выходу. Вот здесь запрыгивай. Подожди, надо сохраниться, Серег. Вниз спуститься, там сохранялка есть. Мы же уже собрали всего. Сейчас я спущусь, сохранюсь тоже. О. О, я упал. Назад, что ли, давил? Фух, я жив. Даже ХП не потратил. Ну, по-любому тебе тогда прыгать. Так. Ну, погоди. Найди меня. Серёг. Погоди. Чё? Видишь, где я? Да. Я вот думаю, тут случайно читерного прохода нету сюда, как раз где только поедем подниматься. Ну чё, будешь прыгать? Не понял. Куда улетел-то? Я перепрыгнул. Нет, ты по стенке слез? Прыгаешь вперед, да, и там есть... Ну, я, получается, по стене там. Да-да-да, вот так вот. К стене прижимайся. Жив? Ну, ХП чуть-чуть потратил. Ну, норм. Мы проскочили. Давай, посмотрим, тут ничего нету. Опа. Что там? Вот это меня что-то накаляет, вот эта вещь. И она не взрывается ли? Или... А, нет, тут тоже этим ледорубом ползает, да? Да-да-да, ледорубом, наверное, ползать тоже. Слушай, как Лара Крофт в натуре. Надо будет, кстати, поиграть мне, пройти на запись. Ну, такая прикольная игра. Ну, мне нравилось, но... Ну, ты имеешь в виду современную Лара Крофт? Ну, последняя, которая вышла. В сентябре же уже новая выходит. А, еще одна выйдет? Да. Опять твои пятки мне по лицу. Так, и что тут? Веревка там сзади была. Вижу, да, веревку. И вот здесь вот можно как-то... Ну, тут, наверное, не допрыгнешь наверх, да? Тут допрыгнешь, мне кажется, как раз. Допрыгнешь, мне кажется. Ну пойдем веревку сначала посмотрим. На, в башню. Так, броню применил. Здорово. Мы в бою попали по нему, слышишь? Да, блин, присел в шаг один. Ты присел-то, дурак. Ох, готов. Давай этого добьем, дурачка. Готов. А чё я без зажигалки хожу, не знаешь? Не знаю. А же это, халявный газ и все такое. У тебя это... Ночное зрение, наверное. Все, я выдохся. Давай. Блин, хоть бы здесь выход был, а я уже прям не могу, сколько можно-то. Мы реально из этого кратера, походу, дело кругалями выходим. Что-то выходом пока что вроде не пахнет. Не пахнет вообще. Нам главное, чтобы еды хватило. Ну, если что, аборигенов жрать будем. Так, что еще надо? Два скотча. И монетка. В список дел добавлен новый пункт, список дел обновлен. Исследуйте пещеру с карстовой воронкой. Да, это же мы только что вот как раз. Ой, тогда в начале как-то заходил тоже. Такой получал. Это ну, да. Выход. Выход, да. Наконец-таки. Ура!
О, господи, мы это сделали. И где мы с тобой вылезли? Ну, где-то возле воронки этой точно. Да, вон воронка, видишь, где находится. Фига мы лагерей понатыкали. Так, ну давай тогда, знаешь, как сделаем? Вот видишь, где молоточек висит? Туда нам, по-моему. Подожди. Точняк. Надо ледоруб где-то найти теперь. Серег, я думаю, ледоруб будет в другом, скорее всего, пещере. А нам бы вернуться к той дырке и занырнуть в нее. С аквалангами? Ну, у меня акваланга нет, вот в чем проблема. То есть ты хочешь меня одного туда отправить? Нет, я хочу с тобой сначала сходить за аквалангом. Так нет, давай я покурю, а ты сходишь за аквалангом. А я не помню, куда идти-то. А там негде блудить, по-моему. Не, пещера вот эта, которая, куда мы тряпки заходим, да, собираем? Да, там просто дальше надо... О, черепаха. Там просто надо дальше пройти. Так, у меня есть панцирь. А у меня нету. Так, камни все собрал, хорошо. Слушай, развезди костер, а? Сейчас пожарим черепашку. А то у меня с едой вообще беда. Давай. Тут еще и ворон сидела, нормально. Черепашка. Черепахой. Где? Костер вижу. Давай черепашечку пожарим, покушаем. О, две рыбки, черепашка, еще что-то, короче, я все подположил. Угу. С едой вообще проблема какая-то. Ладно, схожу за аквалангом, а он далеко там вообще? Ты не помнишь? Да нет, там же это... Дальше проходишь, наверное, буквально там три шага после тряпок, и чувак там сидит, высохший с аквалангом. Угу, ну ладно. Там он же сидит перед тем, как нырять надо и идти туда дальше. Кушаем. Угу. Я отравился. Вот. А вот им нормально. Я нормально поел. Газировочка еще шлифанул. Не пойму я, куда, короче, бежать. Тихо. А ну иди сюда. Броня. Трофей, ёпта. И броня. Слышь, неубиваемый. Забирай броню. Ты добрый. Так, у меня мяса нет, я мясо заберу с него. Давай. А ты все равно тогда, получается, со мной домой побежишь? Да, все, пошли. Погоди секунду. Трофей крокодила сейчас прилепим себе. Че ты там сейчас делаешь? Броню сделал, сейчас оденусь. О, у меня теперь броня вообще. Еще один крокодил. Давай. А ты-то броню себе не хочешь сделать? Не. Почему? Ой, он меня укусил. Причем, нихера себе. Снес так вообще по-бодрому. Что ты не хочешь сделать без брони себе? А я же в теплом костюме ходил. Трофей еще брать или не надо? Ну, давай два утащим, господи. Пошли. Все равно домой идем. Пошли. Ну да. Главное тебе не нарваться, кое на кого. Ну и сейчас сбросим, запинаем, опять поднимем. Да, можно просто убежать. У меня вынки нету уже, все. Ты чуть-чуть восстанавливай, пробегай, ну, как бы это, рывками, как бы. Ага, рывками. Впереди еще есть. Я уже полностью восстановил. А я нет, они же на меня хоть сказали. Так, ну держи тогда трофей, потому что мой сейчас исчезнет. Давай. Наверняка. Может, я все-таки помогу, вдвоем быстренько заходим. Вот трофей исчезнет. Ладно, я отвлекаюсь на себя. Некоторые. Так, один готов. Сейчас выносливость восстановлю. Я уже. Можешь брать трофей, побежали. Ты одного вольнул уже, у меня выносливость тоже восстановилась. Эти убежали. Все, пошли. Я жду из этой пещеры. Треклятый, не выйду никогда. Слушай, ну я думаю, мы сейчас пещеру. Сначала за аквалангом с тобой, да, сходим? Ну или я схожу, ты подождешь. Да. Вот, а потом туда пойдем, да? Ну, нырнуть же надо. Да. Только мне надо по записи посмотреть, сколько у меня уже записывается. Остановить и новую начать тогда. Давай, вон на штырек надевай. Эть.
А ниже можешь сделать еще один? Да. Что-то как-то кривовато надо быть, нет? Не знаю, что-то не одевается. А, нет. Нормально. Нет, нормально. Пасть открыли. О. Блин, надо еще полки, чтобы выложить. Лут. О, во, есть. Сейчас я здесь выложу. Так, лекарства не буду. Выложу здесь немного шоколадок. Сейчас выложу. Так, здесь я выложу медицину, точнее спиртягу. Так, не успел? Не, нормально. Да можно еще один ящик заказать, в принципе. Давай, я пошел пока это. Ну ты понял куда? За квалангом? Да, только сначала сохраниться надо, а то сейчас опять там на грибу куда-нибудь. Оп, оп. Офигеть, их здесь раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кроликов или этих уродов? Уродов. Классно. Пойдет. Ты как там, справишься? Может, ты не полезешь к ним пока? Тут такая грядка, просто капец. Может быть, ты будешь открывать ворота и стрелять по ним, и обратно забегать? Я думаю, не стоит прям... Хедшот первым сразу же. Вот, видишь, как хорошо. Давай, еще несколько попыток, и ты справишься. Одному сразу прописал. Блин, я потерялся. О, нашелся. Прям вообще одна стрела и готов. Ну, если попадаешь, то правильно, да. А остальные все в рассыпную. Уроды. Они сразу все поняли. С твоей делянки. Вовремя я оттуда, короче, свалил. Ох, ё! Так, я понял, беру. Заткнись. Сейчас, мелкий. Хедшот. Заряжу. Ничего, правда попал? Чё ты орёшь, придурок? На тебе. Готов. Один. Тихо, слушай, тихо. А он повисит? Не-не-не. Так. Понятно. Там с другой стороны еще двое. Двое еще сразу. Сейчас отрежем. Трое. Хедшотик сразу давай. Да, я хотел, он убежал, падла. На. И второй побежал. Ты в хедшот попал? Да. И сзади еще. Аккуратнее сзади. Да что такое, я не могу попасть. На. Видите, сразу в рассыпуху. Блин, у меня мимо уха пролетает, а вот это жесть какая-то. Тихо. Стой. Не сдох? Я попал тоже. Вот скотина. Да давай уже падай. О, все, попал ты ему в лобешник. Я попал? Да. Я прям видел. Аккуратней. Блин, в руку попал. Да, мимо вообще. Так, что ты такой резвый, этот гаденыш? Ты же попал в лоб, нет? На. Все, утыкали. Затыкали. Нормально. Так, мне надо стрелы сделать. А, тут висит один. Висит, да? Ага. Подожди, я еще издалека попаду, не стреляй. Давай. Сзади, сзади, Серега, сзади. Ой, я прям попал. Освободил. Это этот освободил. Я ему жбан попал. Да, я видел. Слушай, как круто стрелами в голову попадать реально. Меня прям радует. Йо, чуть тебе не попал. Слушай, что? Ну надо их жарить, что ли, относить, а? Я отношу. Пускай кости хоть будут. Я двоих там закидывал. Пойдем еще возьмем. Блин, где-то же тут убивали, по-моему, нет?
Вот валяются.